В администрации Тобольска состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям города. Главный документ страны получили 16 школьников. Важное событие запомнится ребятам на всю жизнь. Я очень рада, что получила сегодня паспорт. Для меня это большая ответственность. У меня появились некоторые права, но в то же время и обязанность. У меня появилось очень много возможностей открыть пушкинскую карту, трудоустроиться и пойти в отряды мэра. Я очень горда за то, что получила паспорт Российской Федерации. Мне открылись двери в новый мир. Мир ответственности и прав за то, что у меня исполнилось 14 лет. Традиция торжественного вручения первых паспортов в Тобольске существует уже несколько лет. Как правило, это событие приурочено к знаменательным датам в истории России.